Привет! Всем привет! Я второй день нашего похода по Большому Афанасьевскому гору. Мы сейчас находимся в селе Арайле. Снимаем домик для паломников. Самое главное в походе – это обувь. Удобная обувь. Самое главное. Остальное – ничто. А еще растительное масло держите. Не, правда, на самом деле... Нужно почаще проверять, да, сверху, ну, одежду, чаще проводить осмотр вещей. Какая не была бы одежда у вас, да, плечи цепится, так что... Да, вылазить на самых тяжелых местах. Да. Извлекать его потом очень и очень неприятно. Второй пункт – это теплый спальник. Никогда не экономьте на спальнике. А еще знаете, Даба потащил с собой в поход ноутбук. Сколько килограмм зря ты? Ну как бы не зря, музыку послушали. Музыку послушали, да, это самое важное. Да. В походе главное музыка с ноутбука. Скоро ложимся спать, чтобы завтра с утра пораньше встанем, двинем дальше. Пока. Всем спокойной ночи. А прикинь, Батрейка давно села. Our doors.